Короче, ребят, я тут продвинулся, конечно, да, и знаешь, радости от этого особо много я не испытываю, потому что я, в общем, не уловил каких-то деталей, что, почему, значит, как говорится, и, ну, не рассмотрел особо визуально ничего, но кое-какие навыки приобрел. Сейчас, так. И, в общем, ну, смотри, у меня есть возможность уже двигаться дальше. Что это такое? Слушай, вообще, я как из какой-то мистер, что такое? Ничего, нигде не знаю и не понимаю. Догадливость у меня на самых минималках вообще, в принципе. То есть, ну, знаешь, я не знаю, как у бегемота догадливость. Ладно. Ну, тут, видимо, какой-то у нас этот, как ангар для поездов называется, депо, что ли? О, догадался. Звуки потрясающие, кстати, я должен сказать вам. Так, еще немножко камеру тут поправим, вот так. Ну-ка, еще чуть-чуть. Ой, ёп. Блин. А вот так, вот так, вот так. Подожди, терпение, терпение. Так, вот это что, дикие собаки, и тут тоже бегают по территории. Но это, как говорится, зрелище знакомое для тех, кто посещал какие-то автосервисы и какие-то промзоны. Как выйти отсюда? Посмотрим. А, вон ворота приоткрыты. Что-то какая проблема. Вороны летают. А, ну вот он. Вот они и враги. Тут опять. Ну и что нам с ними делать? Того я не достану. Как бы одного завалил, да, ладно. Черт. Так, ну это бинты использовать, подожди. Ну все не будем использовать. А, подожди, сколько бинтов-то использовал? Ну и что, нам надо всех мочить, что ли? Не понял. Блин. Ну, железная эта дверь меня защитит или как? А, вот так можно отклоняться. Вот, вот, вот. Что это такое? Песик. Так, так, вот так. О. Шик. Вот так отклоняемся. Так, видишь, они меня так не достают. Хороший способ. Сейчас он только выйдет, и я его сразу. Вон он. Ты же он медленный, блин. О, есть. То есть там остался один, который стоит на этом, да? Так, дай-ка мы ускоримся. Локомотивчик такой типичный. Ну и чё? А куда нам? А, нам, видишь, за этот самый. В туннель нам не надо, одним словом. Охренеть, блин, и тут еще один. А это, может, я своего? Блин, сколько в него надо пуль всадить? Господи боже. Да, нелегко.